класичне богослов'я у щоденному житті. У бесідах і міркуванні про віру поєднуємо теорії і ділимо на досвід. Світле радіо «Еммануїл» шукає вичерпні відповіді на кожне питання у циклі «Богословські бесіди» зі світлими гостями. Вітаємо вас. Сьогодні будемо говорити про стосунки із Богом і які стосунки може будувати віруюча людина із Господом. Як це розуміється у церквах, які відповіді дає Біблія, Святе Письмо. Ми сьогодні поговоримо із Павлом Горбуновим, викладачем Української євангельської теологічної семінарії, куратором регіональних центрів цього навчального закладу. Павле, добрий день. Добрий день. Отож, стосунки із Богом, як в Біблії розкривається ця тема і що в церквах трактується, розуміючи таке поняття, як стосунки з Богом? Мені кажется, це одна із самых популярних тем, о которых мы очень много говорим, хотя актуальности своей эта тема не теряет, потому что для христианства, и особенно для евангельского христианства, которое мы представляем, это одна из самых важных богословских тематик, о которых мы размышляем. Если из всего христианства мы уберем отношения с Богом, то, в принципе, все христианство обезличится. Заповедь превратится в законничество, церковь в клуб по интересам. Изучение Библии станет неким интеллектуальным занятием, что мы наблюдаем. Есть много учебных заведений, где это просто светская наука, связанная с религиозными текстами, не более. Библиознавство. Да. Служение легко может превратиться в какую-то деятельность, в проповедь, в публичное выступление, а христианство – некий хороший или правильный образ жизни. Именно отношения с Богом делают христианство, ну, христианством как таковым. Поэтому тема эта крайне важная и очень нам необходима. Но, с другой стороны, это одна из самых болезненных и непонятных тем в нашем сообществе. Болезненная тема по одной простой причине. Мы за весь наш опыт 20-летний, чуть больше, наслышались немало лозунгов, таких как, например, я общался с Богом, я там слышал его голос, Бог мне сказал и так далее. Помню свой опыт, когда я только пришел в церковь, я слышал свидетельства, как люди выходили на сцену, говорили, я вчера общался с Богом, мне сказал то-то, то-то. Я думал, ну, наверное, мне надо еще чуть подождать, как бы обязательно Бог мне скажет, я так буду с ним разговаривать и так далее. Вот. А як ви представляли, як він говорить? Як вогняний кущ, неопалима купина із Мойсеєм? Ну, если человек говорит, я общался с Богом, представлял себе это на манеру общения с человеком, то есть я думал, ну, не знаю, представить какой-то образ, он мне что-то спросит, я ему отвечу, я ему что-то спрошу, он мне ответит и так далее. Только через время я понял, что на самом деле, когда человек говорит, я общался с Богом, он подразумевает нечто более сложное. Например, я задавал Богу вопросы в молитве и слышал внутренний голос, какой-то ответ для себя. Или читал Библию и как вот слышал внутренний... чувствовал, что Бог обращается к мне через какой-то конкретный текст. Но для меня это вот был опыт был болезненный, потому что несколько лет я все думал, я, наверное, какой-то неправильный христианин, потому что я не слышу голос Божий. И сегодня, на самом деле, это слава Богу, что мы не слышим вербально голос Божий каждый день, иначе нас, скорее всего, отправили бы в Глеваху или куда-то еще. Вот. Видимо, Бог обращается к нам, обращается как-то иначе, нежели мы можем себе представить, как мы бы, допустим, общались с каким-то другим человеком. И что нам важно помнить, что на самом деле в этой теме нету экспертов. Никто не может сказать, заявить, я знаю, как это, строить отношения с Богом, мы там с ним на короткой ноге и так далее. Здесь каждый христианин, независимо от его статуса, знаний и так далее, мы уравниваемся. Из такого слова уместно. Мы больше здесь похожи на пилигримов, которые идут один и тот же путь, может быть, чуть по-разному, но здесь нету гуру христиан, которые бы вдоль и поперек изучили бы эту тему и сказали, как все тут ясно и понятно. Отношения с Богом, наряду с тем, что является важной очень темой для нас, остаются удивительной тайной, о которой мы можем размышлять, и которой, я уверен, мы можем довольно-таки хорошо приблизиться. Но так, чтобы сказать, мы целиком и полностью ее поняли, такого, думаю, момента никогда, по крайней мере, в жизни это не настанет. Вот, поэтому хотелось бы хотя бы отчасти попробовать дать определение, что такое отношение с Богом, что мы, по крайней мере, вкладываем, какой смысл мы вкладываем в это выражение. Я думаю, сегодня ни одному христианину не будет лишним задать себе вопрос,
Что я имею в виду, когда говорю, что я имею отношения с Богом? И варианты ответов могут быть разные. Например, я живу по заповедям. Из чего я знаю, что я имею отношение с Богом? Я заповеди Божьи исполняю. Или, например, разговариваю с Ним, слышу Его голос. А кто-то может заявить, там, я служу Богу, исполняю Его волю. Вот, вот что значит иметь отношение с Ним. Ну, а кто-то не поскупится на утверждение. Я хожу в собрание, это делает меня верующим, это делает отношения с Богом в моей жизни, так сказать, реальными. Ответы, в принципе, очень хорошие, очень и библейские в какой-то степени. Но, к сожалению, ни одна из них не будет ответом в полноте. Скорее всего, отношения с Богом — это некая многогранная тема, где ни одну грань невозможно поставить во главу угла. И тем не менее, в некоторых христианских книгах я встречал очень интересное определение отношений Бога как опыт хождения с Богом. Человек имеет отношение с Богом, вот именно это определение. Опыт хождения с Ним. И если посмотреть в Священном Писании на некоторые примеры, то здесь есть интересный пример у нас Еноха и Ноя. Есть у них одна интересная отличительная черта. В отношении обоих сказано, они ходили перед Богом. И если посмотреть, как вот в контексте вот книги Бытие, там 6 глава, чуть ранее, в отношении всех других имен, которые перечисляются, сказано, они жили. Кто-то там жил там 700 лет, кто-то 900 лет, кто-то еще больше, меньше и так далее. Но только в отношении Еноха и Ноя сказано, они ходили перед Богом. И мне кажется, это одна из самых ярких вообще вот характеристик человека, который имеет отношение с Ним. Что это значит иметь отношение с Богом? Да никто не знает, но это как ходить перед Ним, жить так, вот отдавая себе отчет, что Бог есть, что Он является участником нашей жизни постоянно, и жить в соответствии с этим. И это и будет, значит, ходить перед Богом, и по сути это и будет, значит, иметь опыт жизни с Богом. В чем это будет выражаться? Это будет выражаться во всех сферах, в которых мы сталкиваемся. Наша каждодневная жизнь, работа, общение с друзьями, наши мечты, стремления, молитва, то, как мы Библию читаем и так далее. И вот тут вот важно выдержать этот баланс. Отношения с Богом действительно возможны, и они есть. Но важно понимать, что это нечто сложное, это нечто многогранное, и в конечном итоге всегда будет оставаться для нас удивительной тайной. К сожалению, сегодня мы встречаем некоторые крайности. Кто-то вдается в крайность. Я с Богом, ну, просто каждый день там разговариваю, чуть ли не на «ты». Вот мы чай вместе пьем там или еще что-то в этом роде. Постоянно откровения какие-то удивительные, там, голоса он слышит и так далее. Есть другая крайность людей, которые, ну, глубоко разочаровались в этой теме. Они никогда, может, на словах не скажут, но глубоко внутри сидит вот эта вот мысль. Да, отношения с Богом на самом деле это какая-то иллюзия. Больше мы что-то себе попридумывали и так далее. И вот выдержать баланс, найти баланс между двумя этими крайностями, это большого стоит. Я нагадаю, що у нашій студії Павло Горбунов, викладач Української евангельської теологічної семінарії, куратор регіональних центрів закладу. Ми говоримо сьогодні про стосунки із Богом. Як у церквах загалом трактують розуміння зараз у сучасних, що означає спілкуватися з Богом або ходити з Богом, як ви сказали? Ви знаєте, скільки буде церквей, мабуть, стільки буде і відповідей. Більш такі сучасні прогресивні церкви роблять доволі таки великий акцент на переживаннях. Вот, иногда даже присутствие Божие, оно меряется нашими переживаниями. И, ну, опять же, никто не скажет, где там кто прав, кто не очень и так далее. Но это одна из важных, как мне кажется, составных переживать Бога, но ни в коем случае не основная. Кто-то делает акцент на механичном христианстве. То есть ему не важно, что он чувствует, что он переживает. У него есть программа, которую он, ну, совершает в своей жизни. Причем совершает очень-очень искренне и очень ревностно. Посещает собрания, размышляет над Священным Писанием, молится, какое-то служение совершает и так далее. Поэтому на самом деле здесь ответы могут быть очень многогранны. Но мне бы хотелось вот эти некоторые грани сегодня озвучить.
принципе, о каких гранях мы говорим, чтобы в совокупности они могли дать нам более-менее четкое представление о том, что значит иметь отношения с Богом. И первая грань, на которую стоит обратить внимание, это моральная. Как говорит Священное Писание в Евангелии от Матфея, только чистые сердцем Бога узрят. Удивительная фраза, которая на самом деле очень сильно может вдохновить, но это и стандарт, но это и обетование. Это и обещание. Чистые сердцем. Только они, но чистые сердцем. Они действительно Богу узрят. А другая грань, которую тоже стоит упомянуть, это грань познания. Изучение Библии и размышление над ней, по сути, является основным источником нашего знания о Боге, какой-то информации, которую мы черпаем. Все наши чувства, переживания, опыт здесь будут обязательно вторичными, ни в коем случае не будут выступать на первый план. Но именно размышление над Священным Писанием, чтение Священного Писания дает нам общее представление, каков вообще Бог. Следующая грань, которую я бы выделил, это поклонение Богу. Признавать Бога за того, кто Он есть. И по сути, по большей части я связал бы это с молитвой. То есть в молитве, обращаясь к Богу, да, мы можем там просить Его о чем-то, можем рассказывать, но основа молитвы так или иначе упирается в одну простую вещь. Признавать Бога за того, кто Он есть. Восхищаться им. Это и есть поклонение Богу. Это еще одна грань, без которой отношения с ним невозможны. И четвертую, которую бы выделил, ну, не последняя, но в данном случае завершающая, это сопричастность миссии Божией, когда мы сопричастны великому поручению. Мне кажется, именно вот эти четыре грани можно добавлять, можно их немножко пересматривать, но моральная сторона, приобщение к Священному Писанию, поклонение Богу и сопричастность Его миссии, вот они и создают опыт жизни с Богом. Они создают вот эту вот категорию, они ходили перед Богом. В прямому ефірі тривають богословські бесіди. Спільний проект Світлого Радіо та Української Євангельської теологічної семінарії. Нагадаю, що із Павлом Горбуновим, викладачем Української Євангельської теологічної семінарії, ми сьогодні говоримо про стосунки з Богом. В чому суть взаємодії із Богом? Сьогодні, в принципі, отношення з Богом в цілому можна виразити в цій категорії, як взаємодіювати з ним. Що, по суті, виливається або упирається в таке поняття, як впливати друг на друга. І, може бути, сьогодні це звучить доволі-таки різко і визиваюче, як можна... Ну, понятно, Бог на нас влияет, это 100%. Как мы можем влиять на Него, многие сказали бы, это не библейски, это неправильно. Но на самом деле, именно в Священном Писании, особенно в Ветхом Завете, мы видим, как библейские герои вот тут вот вступают в подлинное взаимодействие с Богом, и они влияют на Бога, и, конечно же, Он влияет на них. Например, на память приходит молитва Авраама, когда он молится, так, чтобы в дискуссии особо не вступать, Богу, чтобы тот не разрушал Содом, и начинает с ним торговаться. Говорит, неужели если 50 праведников будет, неужели если 40, неужели если 30 и так далее. И вот что интересно, в этом диалоге происходит обоюдное взаимодействие. То есть Бог не просто говорит, я сказал, и я сделаю, и все. Что бы ты ни просил меня, я даже на это внимания не обращу. Так он не поступает, он прислушивается к Аврааму. Это удивительно, это глубочайшая тайна, с которой мы сталкиваемся. Но с другой стороны, Бог не идет на поводу Авраама. Он не выполняет, скажем так, как сказал Авраам, так и будет. В этом их диалоге происходит настоящее взаимодействие двух сторон. Другой пример, это интересный пример, это Моисей, который в очередной сталкиваясь с согрешением Израиля, и, видя намерение Бога уничтожить весь Израиль, в такой заступнической молитве просит Бога этого не делать. Там интересный диалог вообще происходит. Он, чем больше о нем задумаешься, тем больше удивляешься этому, удивительной этой вещи, где Моисей влияет на Бога. И вот интересный вердикт. Бог соглашается с Моисеем и не уничтожает народ. Но, тем не менее, около 10 тысяч израильтян, тем не менее, гибнут. Из-за действия Божьего. Возможно, они там больше всех согрешили, возможно, они там больше всех стояли в оппозиции и так далее. Но он не уничтожает весь народ Израиля, но тем не менее определенная часть подвергается суду Божию. И в этом видно опять удивительное взаимодействие, где сегодня, мы смотря на эти примеры, можем с полной долей уверенности сказать, наша молитва,
наше обращение к Богу влияет на него, но он не идет на поводу этой молитвы. Как это возможно? Как вообще молитва может повлиять на Бога? Сегодня никто на этот вопрос не даст ответа. Это, еще раз повторюсь, удивительная тайна. Но это возможно. Є ще важливе питання, важливість батьківства Бога у побудові стосунків із ним. Наскільки це важливо? Очень важно сегодня рассматривать вот эту категорию Отцовства Божьего как, ну, я бы сказал, приоритетную. Приоритетную в том, как мы строим отношения с Ним. В Библии мы встречаем множество образов Божьих, очень важных, очень серьезных. Например, Бог как Творец, например, Бог как Царь, Бог как Господин и так далее. И все эти категории мы ни в коем случае не должны отбросить, но в основе, как Иисус явил нам Бога, какую категорию отношений Он утвердил, это категория отношений Отец и Сын. Это настолько удивительный дар человечеству, где каждый верующий может Бога назвать Отцом, что этому, опять же, остается только удивляться. Но вот эта категория отношений Отец и Сын, она сегодня, по сути, и делает возможным близкие отношения с Богом. Близкие, то есть доверительные, близкие, то есть зная, что, или будучи уверен, что Богу не все равно, что происходит в нашей жизни, и это благодаря Отцовству Божьему. Сегодня каждый верующий может задать себе элементарный вопрос, довольно-таки болезненный. Он звучит следующим образом. На основании чего вообще самое грандиозное существо, которое только есть в этом мире, Бог, самое совершенное, самое удивительное и так далее, хочет иметь отношение со мной? Ну, президент почему-то этого не хочет. Глава корпорации какой-то тоже, ему особо там дела до меня нету. На основании чего я сегодня могу сказать, что Богу я интересен? Ведь он безмерно велик. И ответом будет, как бы это банально не звучало, потому что он мой отец. Беря во внимание эту земную аналогию, она на самом деле очень исцеляющая. В каком смысле? Кем бы мой отец, по сути, какую бы должность он сегодня ни занимал, пусть он хоть император всего мира, пусть он хоть президент там какой страны, я имею доступ к нему в любой момент. Он может быть 1000 раз умнее меня. Я могу в жизни ничего не добиться. Я могу быть неудачником по жизни. Я могу себя ничего не представлять. И как президент, допустим, он, меня особо ему, я ему не интересен. Но как отец, я всегда имею доступ к нему. І це насправді замечательне обітування. Мається як син. Звичайно, вірно. Доступ. Зараз, от ви на самому початку сказали про те, що в церквах не дуже приділяють уваги, і може бути навіть, хоча це проблемне питання, але для сучасної віруючої людини інколи відвідування церкви – це просто відвідування там, клубу за інтересами, читання Біблії, і не завжди такі от стосунки з Богом будуються. А це зараз на часі, от ви викладаєте, спілкуєтесь із майбутніми проповідниками, священниками. На часі для них вони задумуються над цим? Всі задумуються над цим питанням, але хтось проносить це через всю свою життя, а хтось останавливається на чому-то достигнутому або на якійсь неудачі. Всі вначалі слышать эту ідею, ради чого ми ходимо в церковь? Ради того, щоб бути сопричастними Богу. Зачем мы изучаем Библию и так далее? Просто, чтобы кого-то удивить? Нет. Это помогает нам быть сопричастными Богу. Почему мы служим? Да потому что это миссия Божья. И именно потому что наша деятельность, она сопричастна миссии Божьей, в этом и есть весь смысл. Но, к сожалению, кто-то ленив, может быть, кто-то был опыт не самый лучший, вот как, к примеру, мой. Я все ждал, когда же мне Бог что-то проговорит. Я тогда наконец-то почувствую себя настоящим таким сильным, классным верующим. А такого не происходило. И переживая такой опыт, многие просто останавливаются. И, к сожалению, как только человек останавливается, то христианство становится для него какой-то механичным образом жизни. Он просто считает, это правильно. Это правильно ходить в церковь, это правильно читать Библию, это правильно служить там ближнему и так далее. Но вот эта смысловая нагрузка теряется. Всему основа, отправная точка, ось и основание – это отношения с Богом. Именно они
делают всему погоду. Поэтому на самом деле мне приходится довольно-таки часто ободрять людей, с которыми я сталкиваюсь, да и самого себя, не останавливаться на этом. Даже если какой-то ответ мы не получили, все равно продолжать стучаться в небеса и, как говорится, еще слушать отзвуки. Я нагадаю, що Павло Горбунов, викладач Української евангельської теологічної семінарії, сьогодні з нами у програмі «Богословські бесіди». Ми говоримо про стосунки із Богом. Насамкінець, так, кількома реченнями, що можна сказати, підкресливши цій темі, найголовніші тези. Отношення з Богом – це основа всієї християнської житті. На самом деле это удивительный дар человечеству. Лично я сколько не размышляю о том, почему Бог вообще решил вступить с нами вот, во взаимодействие, в общение, я так и не нахожу ответа. То есть почему это ему интересно, это его суверенный выбор, и нам остается только быть благодарными за это. К сожалению, добрая половина христиан в это не верит просто-напросто. То есть на словах никто не скажет, но если глубоко внутри задаю себе вопрос, можно ли сегодня иметь взаимодействие с Богом, обычно ответ глубоко внутри следующий. Ну, какой-то там суперхристианин, ну, возможно. Или там верующий в Африке, ну, скорее всего, да. Но вот в моей жизни, скорее всего, это все обходит меня стороной. И здесь каждому верующему очень важно сохранить движение. Очень важно остаться вот этим пилигримом, который не претендует на абсолютное знание, дает себе в этом отчет, но он всегда продолжает свой путь. Он дождь льется, в грязь он попал, холодно или жарко, хорошо ему или не очень, но он продолжает путь свой. Он помнит, что Бог, который открылся нам как человечеству, как Отец, любящий Отец, заинтересован в нашей жизни, ему интересно наши переживания, ему интересно наши достижения, ему интересно, получается у нас или нет и так далее. Вот. Но в то же время важно помнить, да, он наш отец, но не стоит устанавливать какие-то такие вот, не знаю, понебратские отношения, что ли. Важно сохранить вот это здоровое чувство почтения, уважения. И помнить, что Бог, он обращается к нам, но обращается очень часто не так, как мы себе это представляем или надумали. Он может обратиться через Священное Писание, он может обратиться через какое-то событие в жизни. Да, но даже в жизни героев это очень редко происходило, как вербальный голос с неба. Мы можем читать там об Аврааме, Моисее, апостоле Павле, Петре и так далее. И может сложиться впечатление, что ну, Бог просто вот обращается с ним с неба каждый день. На самом деле в жизни Авраама таких мистических опытов, потрясающих воображения, было на самом деле немного. И в жизни и Петра, и Павла тоже не происходило каждый день. Это Бог выбирает, как ему обращаться. И тут нам нужно смириться с этим, не потерять веру в то, что он общается с нами и взаимодействует, но в то же время не вдаваться в мистику и именно на мистике строить всю свою жизнь. Дякую вам. До нових зустрічей. Сьогодні ми говорили саме про стосунки з Богом. Павло Горбунов, викладач Української евангельської теологічної семінарії, був учасником програми. До нових зустрічей і дякуємо нашим радіослухачам за увагу. Нагадаю, що на нашому каналі в Ютубі, а також на каналі Євангельської теологічної семінарії можете подивитися не тільки почути, але і побачити відео цього інтерв'ю. Ви слухали «Богословські бесіди» – спільний проєкт Світлого Радіо та Української Євангельської теологічної семінарії.